любил ее? Да. Вы занимались любовью? Нет. Тогда зачем ты с ней встречался? Не знаю, поймешь ты или нет. Просто однажды я увидел, как из ее глаз текли слезы. И тогда я понял, что не допущу больше, чтобы она плакала. Никогда. Мне всегда было важно, чтобы она поела. Я не хотел ее в плане секса. Я хотел обнимать ее в кино и просыпаться от ее нежных поцелуев. Я просто хотел находиться с ней рядом. Мне нравилось смотреть, как она ест сладко и как нелепо вытирается рукавом. Как ей звонят разные парни, она просто говорит: «Извини, я гуляю с любимым». Она была не такая, как все. Она любила меня не так, как все. Она любила меня искренне и наивно, а я ее очень сильно. Она была моей маленькой девочкой. Тогда почему вы расстались? Девочка выросла. Но для меня она навсегда осталась маленькой девочкой. А как же твоя новая девушка? А, это? Она разукрашенная дура. Я не запрещаю ей курить, бухать. Мне плевать, в чем она одета. Мне абсолютно все равно, что она чувствует. Ненавижу просыпаться рядом с ней утром. Я всего лишь хочу ее. А вот ту... Я действительно любил и люблю до сих пор.